История участия школьников Десногорска в конкурсе берет свое начало в 2016 году. Он создан при поддержке госкорпорации «Росатом». За время существования проекта детьми было снято огромное количество видеороликов. Это работы о живой истории становления и развития атомной отрасли, о рождении нашего города. Рассказы людей смогли создать уникальный архив воспоминаний. Ну давайте посмотрим на наш город. Давайте посмотрим на тех людей, кто этот город строил, кто эту станцию строил, поднимал, кто сейчас ее содержит и поддерживает, кто болеет за наш город, за нашу станцию. Вот они здесь у нас, мы их награждаем. В 2018 году в муниципальном этапе конкурса «Слава Созидателям» приняло участие 25 школьников, отснято 22 видеоролика. Из 10 работ победительниц, прошедших на федеральный этап, жюри отдало предпочтение трем видеороликам. Лауреаты конкурса получили ценные призы – смартфоны, планшет и путевку в детский оздоровительный лагерь. А героям интервью, ветеранам, первостроителям и почетным жителям города были вручены цветы и благодарственные письма. Я думаю, в этом акции не главное награда, то, что тебе дадут, а в том, что ты узнаешь больше о своей, можно сказать, родине. И то, что Созидателям, это все равно очень большая приятность, то, что про них вспомнили. Наше мероприятие, это тоже элемент того, чтобы нашей молодежи рассказать о том, какой великий трудовой подвиг совершили наши тоже отцы, деды и прадеды. То, почему наш город такой красивый, такой хороший, почему так есть добрые люди. Финальным аккордом мероприятия стало музыкальное выступление вокально-эстрадного коллектива «Калибри», а также фотосессия для истории конкурса. Виталий Волков, Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.